Добрый день, меня зовут Дмитрий Эллер. Сегодня 7 июля и это аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. По традиции начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас находится в накоплении между двумя уровнями ключевыми. 1.13324 и 1.12980. Сейчас я ожидаю пробития уровня 1.12980 и возможно начнутся здесь продажи. Пока все циклы покупок в этом моменте закончены, поэтому кое-какая коррекция должна произойти. Единственный уровень 1.12980 достаточно сильный. Если он устоит и цена пойдет вверх на пробой 1.13324, то тогда буду смотреть покупки. Пока в данной ситуации лучше подождать и пока ситуация прояснится более лучше. Фунт доллар также находится в очень таком узком накоплении, достаточно сильном, и здесь торговать, естественно, тоже абсолютно нет никакого смысла. Поэтому будем ждать пробития уровня 1.24816, либо пробития уровня 1.25131. Только тогда могут начаться покупки, либо продажи, соответственно. Доллар иена сейчас находится в откате. Откат к уровню 107.562 практически завершен. При формировании точки входа здесь можно будет продавать. И по основной тенденции можно будет здесь уже рассматривать продажи. Как только сформируется разворот и будет более-менее направленное хорошее движение, можно будет посчитать потенциал этого движения. И тогда уже, соответственно, определяться, буду ли я здесь продавать вообще или не буду. У канадца ситуация похожая, уровень 1.35699 достаточно сильный ключевой, откатный уровень, коррекционный вернее. То есть сюда цена подошла сейчас для формирования определенных разворотных конструкций. И соответственно, если будет хорошее движение вниз, то можно будет рассматривать продажи при расчете, естественно, потенциала и формировании точки входа. Золото. Золото сейчас также находится в накоплении между уровнями 1783.10 и 1785.97. Здесь, собственно говоря, логика абсолютно та же. Пока во флете вообще торговать невыгодно и неправильно. Это мое убеждение. Поэтому ждем пробития уровня 1783.10. Вниз тогда будем на откате смотреть продажи. Либо пробой верхней границы 1785.97, и тогда на откате будем смотреть покупки. Нефть достигла ключевого уровня 42.54, уровень коррекционный. Отсюда я ожидаю дальнейший поход нефти вверх. То есть еще какое-то движение будет. В случае, если все-таки 42.54 не устоит, то нефть может еще снизиться до уровня 41.87. Это уже конец пятиволнового движения, поэтому здесь точно уже будет какой-то разворот. Скорее всего, может получиться определенный флет между этими двумя уровнями. Либо сегодня все-таки идея моя отработает и будет импульсное движение вверх от уровня 42.54. На откате можно будет посмотреть нефть в покупке. В покупке можно будет смотреть на сегодняшний день, это потенциал покупок, уровень 45.39, это предположительный пока уровень, то есть можно будет точнее посчитать, когда начнется движение. Индекс S&P 500. S&P 500 сейчас находится в небольшом накоплении, но все-таки было вчера начало движения, то есть движение вверх было задано. Сейчас я жду отката к уровню 3.158.2 и отсюда буду рассматривать покупки при формировании точки входа. Потенциал этих покупок будет 3204.4. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Amarkets, подписывайтесь на мой канал, записывайтесь на бесплатные уроки по торговле, записывайтесь на мой курс. Все ссылки в описании. Всего доброго, удачи в торговле.